уже эту карту. Знаешь, я хочу попробовать? Что? Я хочу попробовать записать вот с этого момента все, что мы будем играть, то есть просто до конца. Потом отобрать что-то интересное? Нет, просто разом всю эту запись выложить. О том, какие мы с тобой педалеры. Чисто для теста хочу посмотреть, может, что получится хорошее. Давай сделаем это. Давай сделаем это. Так, значит, ты едешь топиться в квадрат К9, а я еду топиться в квадрат А1. Ок. Блин. Ну, в принципе, ничего так идея. Я лучше по свечу поеду. Ты умеешь светить? Ну, начал постигать немножко эту уже науку. Я рад за тебя, я рад за тебя. По крайней мере, я к кустам совсем по-другому начал относиться. Ты теперь с ними дружишь, да? Ну, пока еще не очень, но тренируюсь. Ну смотри, полюбишь кусты, превратишься в лесопанцера. Лол. Ну знаешь как, немножко с другого угла стал на танке смотреть. Знаешь, если ты превратишься в лесопанцера, я буду очень рад видеть такого нагибатора у себя во взводе постоянно, но это вряд ли. Когда-нибудь я все равно стану нагибатором лесы. Ну, когда-нибудь. Может быть быстрее, чем я. Хуй знает, навряд ли. Я-то точно не стану нагибатором, ты же знаешь. И я потому что косое дно. Ну печалька, тут Т-43 пора ехать. Мне сейчас все борды надоест. А гриль? Гриль у нас по нему стрелять будет, но грилю пофиг. Ну и ладно. Так. Alrighty then. So, это ты там в Т-34 накинул? Да. Еще раз накинул. Да. Еще раз накинул. Да. И он еще, кстати, на гусле стоит. И он до сих пор не понимает, откуда его. Да? Mm-hmm. Ну, херово быть им. Я пользуюсь как бы 15 метрами от кустов этой хуйней. Знаю советский обзор, поверь мне. Ну, для меня его светили, как бы, это не я его уже светил. Так, попробую спуститься вниз. Чё, тигр, испугался, да? Ну, на тебе еще разочек. Ау. Чё тебе? КВш, иди отсюда. Ну. На меня, короче, КВшка выезжает, такая опасная, да? Очень выезжает, а так тинг. Просто тинг куда-то в броню. Не знаю, мне игра нравится, знаешь. До тех пор, пока ты играешь с нобами, но это не суть. Собственно, как и АТ-2, то есть... Противник идиот, и ты гнешь, нагибаешь, вообще сеешь хаос и разрушение. Ну ты видел мой геймплей на АТ-2? Блять, из беспалевный, сука, вообще конкретный. Блин, слушай, что со скоростью полета снаряда у пидора? Нормальная скорость полета, ничего не знаю. Я вообще, блин, попасть не могу. У меня, кстати, голдой херачит этот КВшка. Так что печаль, беда. Надо бы его... Ёлки-палки, да что ж я за олень, да? Так, побыстрее, помоги мне с КВ вторым. Причем очень быстро, очень так, быстро. На всей моей скорости. Я максимально попробую, конечно, Дожди меня немного. Да погоди. Ну вот. Отлично, нормально. Он выстрелил уже. 20 секунд еще есть, я могу его попячить, если мне повезет. Там просто еще 150-ка. Я думаю, вообще... 150-ка... 150-ка трубу шатапка, вот что я считаю. Я эту 150-ку сейчас, знаешь, что возьму? Возьму так и пробью. Вот. Видишь? Усля. Ну, тут сделаешь правильно. Сейчас он по мне стреляется. Давай. Но я успею перезарядиться, если я не ошибаюсь. И, по-моему, даблшот был. Конечно, даблшот был. Что ты еще ожидал? Ямба. Ага.
подержи его подольше на гусле. Постараюсь. Я пытаюсь прицелиться, у меня это хреново получается. Ты что тут целится? Поверь мне, у меня... Ей! Мимо. Короче, полтора кд мага. Неплохо с моей пушкой говёной. 2600. Ну, у меня топовая пикровская пушка, что ты хочешь. Не знаю, что-то как-то вот, вот эти промахи были, это просто такие фейлы. Блин, ну топовые пушки скорострельность 6.38, это ж пиздец медленно. Ну, зато по 240. Ну да, и пробитие нормальное. Ну знаешь, 6.38, у пигра 6.98. Для СТ-шки 6.38, я думаю, маловато будет. Как-то, нет? Да не, нормально, чё. Я вот думаю, что сначала шасси поставить или башню? Я не знаю. Башня тебя замедлит очень сильно, но в то же время у тебя будет доступ к пушке. Ну да, и обзор повысится. Да. Так что можно будет посидеть в кустах. Хотя у меня, блин, грузоподъемности может не хватить. В принципе, сейчас я прототипы докачаю в скором времени, а это через 35 кXP, а не 24. Через 24 кXP, то я могу себе купить вторую пантеру. И сливаться на ней. Хочешь прототип-то покатать? Ну давай на прототипе. Прототип мне вообще в последнее время что-то вообще радует начал. Честно говоря, меня всегда радовал. Машина просто, ну, до тех пор, пока ты не попадаешь в десятки. На заполярье. Но. Знаешь, на заполярье с восьмерками вообще воевать эпично. Ты под горочку туда забиваешься, вот с этого респа в частности. Стоишь туда под горочку, и тебя никто уже не трогает. Просто там пробить могут, не спорю, там щечки куда-нибудь там, щечку, пулеметик, дебронелист иногда закидывают, да? Но вот остальное, там вот эта маска, огромная плита, которая непробиваемая. По тем углом, в котором... Я на суперпершинге не особо его пробиваю, прототипа. Ну, говорю, хотя вот если он чуть-чуть довернет корпус, и его в борт пробивает. Да, там в борт его чуть ли не чафик пробивает. Хотя чафик. Чафик машин хороший. Про чафика нельзя говорить ничего плохого. И отсюда. Чисушка. Чё, серьёзно? А, нет, лес поехал. Слава богу. Все. Можно спокойно. Можно спокойно ехать сливаться, наверное. Смотри, спорим до тех пор, пока я доеду до квадрата опять, у нас союзники внизу сольются. Это будет жесть. Давай я тебя подтолкну. Давай. Давай, подтолкну тебя. Козлина. Ну куда ты так быстро поехал? Вперед, я же СТ-шка. Ой, я в засвете. Мне сейчас настанет. Очень плохо. Да и мне тоже может, поверь, с моей скорости. Знаешь, с моей скоростью у тебя максималка хотя бы более-менее, ты можешь где-нибудь разогнаться. А у меня 19 км в час максимум. Ты не поверишь, насколько я предсказуем в плане езды. Ты еще и сосиска здоровая. И тебе прям снаряды артовские нормально, наверное, но залетают. У меня и крыша на жопе там в районе 30 мм, и рубка открытая. Да, точно. Прилетело. Ты 62? Это я понимаю. Странно. Как он тебе так накинул-то, а? Вот так он мне накинул, как ты ему сейчас накинул. Я не знаю. Пушка от Т-34, которая еще и сводится охуенно, это, конечно, замечательно. Ну, молчу про скорострельность, естественно. Блять, я не хочу с С7 воевать. Не хочу я с С7 воевать. Ну, проедь вон туда к 54-ку Е1, огребись от Т-62 и ваншот на себя Т-32. Как тебе такая идея? Нет, я так тоже не сделаю. У нас он лорка молодец. Она стреляет хотя бы. Кто тебе, блин, накидывает-то, ёлки-палки? Почему ты светишься со всех сторон? Что, 52, может? Вы, извините, уже... Сколько у нас? Май, да? Май у нас... Май на дворе, а ты еще гирлянды не снял. Угу.
Нахуй я еще елку не убрал. А я себе елку вообще не покупал. Не один раз я когда-то всучили, когда я там обменивали на какую. На АМХ-12Т его переносили. Я что-то один бой на ней отыграл и продал нахер. Хотя, может, у меня побольше на ней боев. Хрен знает. Че, Миш, семерка на тебе. Ты без проблем. Сейчас я эту семерку соло разберу. Смотри, видишь, она уже прячется назад. Она в панике отъезжает. Вся такая, а, там... Там прототип. О нет, что она будет делать с прототипом? На, стоять. Ну, ремкомплект. Я не скажу, что ты хорошо его запустил, потому что успел развернуть свой корпус. И это очень плохо, потому что сейчас он будет целить меня. Ну это ладно. По-моему, он сейчас в панике будет отъезжать назад. Не, его это 62 напугал, по-моему, или кто это у меня тут? Батшот. Ей! Я стилер. Ебучий. Так, ну бахчат на перезаряде, ладно, допустим. Так, ну что, я сейчас попробую там к семерке подползти. Может кого посвечу, я ведь светляк, да? Mm-hmm. Да, я светляк. Я сам офигел. Сейчас у нас там Т-62 на горе. Т-62, да, ну возможно вернулся на гору, не знаю насчет этого. Да, он оттуда не уезжал, как видишь. Да не, он отъезжал назад, там рядом с Индиан Панцером, у меня он лично светился. Я не думаю, что мне стоит пытаться выезжать с моей скоростью, потому что я назад не успею отползти. Очень я выйду. А, да, ты тоже не успеешь. Да. Нужно как-то по-батшатовски проезжать, Т-62 снимать. Вот, например, да, Т-62. Да? Да. Почему мне всегда ломают боеуклад, а? Ну, потому что ты пёрш. Как тебе такое объяснение? То есть с каждым разом все меньше нравится этот першин. Ладно тебе. Он тебе наоборот нравится, когда ты на нем нагибаешь. Я не особо часто нагибаю, но я урону порой делаю нормально на нем. Знаешь, то как ты тогда на жемчужной реке отфигачил, это было норм. Поверь мне. Поверь мне. Батшат охуительный ты, блядь. Мудила. Я сейчас буду светить, смотри на меня. Я чафик. Смотри на чафика. Видишь? Mm-hmm. Кстати, замечу, ты 20 убил, я 50 М. Нужны какие-то комментарии? Для 14 секунд перезарядки меня как-то угнетают. Ну а что же еще они с тобой должны делать? Они тебе что, настроение что ли прибавлять должны? Ей! Что ты так делаешь? Знаешь, меня больше доставляет, когда я это делаю на КВ-2. Ты, блин. Все равно через пол карты кинуть на 4 с хуем уровнем. Не знаю. Шпорт хороший машин. Пушка у нее все равно замечательная, слишком просто даже. 130 хуйня, Т-110 Е4. Да, да, они хуйня, но знаешь, все равно играть на них можно, понимаешь? Они как КВ-5, то есть у них много есть минусов, но, знаешь, их разовый урон все равно никто не отменит. Да, знаю, катасоватость, точность, сведение, бла-бла-бла, но... Как бы, когда я с тобой спорил, твои аргументы, они не были ложными, то просто... Да блин, спорить с тобой по поводу танков это бесполезно. Со мной вообще спорить бесполезно, знаешь ли. Я могу начать это проводить настолько придовые комментарии вообще, что с объяснителей просто чё, иди нахуй просто. Меня пошлёт просто и все. И в итоге я буду сидеть доволен с тем, что я выиграл спор. Хердерп. Вингардин для нас. Так, это уже другая тема. Акшель 62 сняли. Ну чё, пойдешь панзера танчить? О. Пойду, конечно. Ты от него не отдайся. Не отдайся. Да, вот так вот. Как-то его сейчас не пробил.
Или ты его пробил? Если не заметил счет. Гусли ушло. Через маску пробивается. Ололо. Ща потанчи. Че он такой выезжает, а тут на него прототип смотрит. Упс. И прототип такой в небо так. 222 дамаги. Да. Вот нахрен развернулся. Прям нижний бронелист целил. Добей. У меня скорострельности не хватит. Просто я замечательно умею сбивать гусеницы. Оп. Не поедешь никуда. 513 урона. Не снимает, тут ужас. Поздно, ты уже на камень. На пленке. Лололол. Так, сейчас заклею микрофон. Ты его уже теперь заклеиваешь, да? Думал, ты его просто приклеил. Его типа приклеиваю, как бы и заклеиваю, переклеиваю. 22 косаря. XP. В принципе, на этой машине можно, она доставляет мне. Чё у тебя там позатри-то? Страдалищ. Да чё-то как не особо хочу на него играть. Кстати, да, вот насчёт Т-30 я не говорил, да? У него чё замечательная вещь есть. Просто посмотри его набор орудия. В стоке Т-30 это Т-29. Потом становится Т-34, да? Да, потом становится уже Т-30. Просто... Не так доставляет. Ну ладно, клоны по затри. Что там, сольемся, баринг. X2 сделаем, все равно же тебе нужен. Да блин, 12 тысяч XP или сколько, 15 там фармить, но я хуй знает, как даем делать. Долго. Поверь мне. Очень долго. За ним PZ-34, да, идет? Да. Ну, PZ-34 уже нормальная машина. Она проходная. Но она не хреновая, она не то, что. Не знаю, с чем сравнивать. Не то, что M7. Вот. Ты все машины сравниваешь с М7. Ну знаешь, это единственный аргумент в том, что они более-менее нормальные. Ну хотя, если посмотреть, единственные машины, которые хуже, чем М7, это будет либо М3Ли, либо М7 Priest. Ну, возможно, BDSM Grip и B1 французский, хотя B1 так себе. Мастера я в нем в первом бою, по-моему, взял, который я играл тогда. Ну вот, одну машину, никогда ты меня не заставишь выкачать до топа, это БДРГ 1К. Ну, до тех пор, пока у меня не будет свободных 9400 опыта, на который я могу потратить с большей пользой. Ну чё, сквад бесполезности отправляется в путь? Угу. Взвод бесполезности, точно. Вот обычно говорят, сейчас в последнее время русские на интернете бурлят словом безысходность, вот у нас бесполезность. Чё это интернеты бурлят безысходностью? Ну, русский интернет, ну там вся безысходность, бла-бла-бла-бла. Серость и так далее. Ну, где-то треть последних постов, по крайней мере последний месяц назад, именно была заполнена именно словом безысходности и другой сиротой говной. Сейчас вроде подуспокоились, но все-таки. Прорвемся туда, сделаем перебег оленей. Ей. Быстренько, быстренько, быстренько. Ну я тоже недалеко убежал, поверь мне. Я куда-то туда выстрелил. По сторонам. Олени, блин. Идиоты. Джумбик сидит. Фугасница. Кстати, фугасами меня пидалил. Я думал, сейчас голда в меня войдет. Нет, фугас. Соу. Можно десяточки выкатить, показать, как мы сосем в топе. Да, давай. Еще более бесполезный взвод, чем был до этого. Да не, не надо. Паттон и Маус, это, блядь, ну хуй знает. Две противоположности, да? Да.
Абсолютно. Конечно же, Редж. Ты какую карту хотел? На какой другой карте мы можем играть? Особенно на Маусе. Я вот уже вижу эту картину, как я такой, блин, с грустным смайликом стою где-нибудь в городе. А нет, в данном респе я стою где-то в районе А7, А8 и туплю там. Либо F1, G1, туда под камушки поджимаешься и просто стоишь там. Хотя да, наверное, лучше туда укатиться. Не знаю, я полезу сейчас на горку, может, что-то просвечу. Может, отдамся побыстрее. Я хрен знает, честно говоря, как на паттоне тут играть, блин. Вон там у него уже S51 соболезнует. Ты, блин, жалуется, он не знает, что он на паттоне как тут играть. Мне как будто сейчас тут пиздец легко будет. Ебал так, типа, да? Yep. Ну, кстати, я тебе скажу, что у меня яиц нету на то, чтобы его прокачать. Хотя пигр у меня уже есть. Ну. Нет, ну маус это, блин, хуйня. Я не знаю, может быть, прокачаю себе что-нибудь. Блин, маус. Маус бесполезный тяж просто. Да. К тому же, к моему стилю игры он никогда не прилипнет. То есть я на нем играть никогда не научусь и так далее и тому подобное. Я не знаю, что из этих кустов вообще видно. Бесполезно, тут сейчас встану. Однозначно никого не увижу. С8 на меня пялит. Бедолагу. Где я там еду? Надеюсь, он мне уступит камешек. Потому что если он мне его не уступит, я охуею там на открытой местности воевать. Знаешь, в каком случае ты можешь его вытолкнуть оттуда, поверь мне. Не люблю этим заниматься, а так да. Могу вытолкнуть кого угодно. О да, подтолкни меня, С8. Точно. Ты меня разгонишь на 0 километров. И 180 тонн. Угу. Надо же, понял. Так. Я что-то какие-то кусты тут вроде, я что-то как-то... Хрен знает. Обычно стояло, начнется. Арта вся хищно переведется в меня. О, 3000 хп свободно. Скажи мне, рикошет по истре это нормально? Лазерганом нет. Себе говорю, блин. Он, кстати, не засветился, что странно вообще. Все, мы прибыли с осом. Приятного стояла, что я могу тебе еще пожелать. Возможно, Нового года, Пасхи. Или что там еще? Христос воскрес, вся фигня. Да. Dead one holy bearded guy. Блин, не думаю, что они на нас полезут. Я не думаю, что вы на них полезете. Уж точно не я. По полю. Да, музыка, знаешь. Рашащий маус, крадущийся паттон. Да. КВП там что-то задумал. Не знаю, блин, меня реально доставляет это скользь поворота башни паттона. Только ты отвернул башню, да, отвернул камеру, а пушка уже там. То есть... Ну что, чафик сейчас прорывается вроде как. Он делает прорыв, делает врыв, и больше он не делает врыва. Так, я засветился? Нет. Я не сделал такую тупость чудесную. Проблема в том, что у них ПТшки. Которые стоят, блядь. Две на горе стопудово у них. Одна, блядь, в К7. Если не две. Отлично. Чем мне прилетит?
тело. А, блин. Ненавижу эту карту. Я не знаю, как на ней дрочить, серьезно. Не умею играть из кустов из-за этих, честно. Я вот тоже, кстати, на СТ-шке пытался там играть, и как-то что-то не получилось. Вообще никак, я не люблю эту карту никаким макаром. Оп, меня видят. Да. Тинк. Алда, нифига себе. Да ну нафиг. Башню-то отверни. Точно. Сет тебя учить нужно, но игрок на мало все, ну окей. Ей! Ко мне ползет. Я к пизде под нижним бронестубой, но это ладно. Да не надо, стой. У меня еще и ФВшка тут приближается. Тебе сейчас тут приблизится. Проблема в том, что у тебя арта кроет наш. Это вообще замечательно. Плюс у вас тут С8 есть. Mm-hmm. Целый С8. Это ж... Еще я боюсь, как бы тебе в крышу объект 212 не закинут. Может. Тинг? Окей. Ну, С8 ты поможешь, нет? Ну. Блять, С8. Калывается. Отъезжай назад пока что, отъезжай назад. Пусти, его пускай уходит. То что 104! Дверни! Гусля. Не надо. Лучше я сейчас их призову. Минимальный урон, блядь. С8, отъедь нахуй! Только что, блядь, скопытился 62. Все, нормально. Налево доверни, что не надо по нижней броне здесь показывать. А мне арта тут пробивает, да нет. Да забей ты уже на арту, ты в любом случае сдохнешь. Тебе хотя бы от этого сильно не огребать. Ну, он тебя просто сейчас объедет и в борт перейдет, так что... Именно. Ей, Маус. Я ну, обожаю. Ну, 62 был более олень, поверь мне. Чем я даже. Ну да. Просто пиздец, так отдаться, это невозможно. Я получил! Я буду стоять дрочить дальше. Я игрок на советском танке. Я охуенный. Закачался до 10 уровня и не умею играть. Деды воевали, а в случае Т-62, возможно, еще и отцы. Так что... Да. Знаешь, я игроков на ИСов-7 часто встречал, так мне шпрота брать, надеюсь. Надеюсь. Окей, ладно. Я учту. В следующий раз. Ты мне опять ей. Ей. Что тут ей? Печаль, беда, ей. Я вот думаю, где бы нам слиться. Я слева пойду сливаться. Да, уверен. Учитывая, что Т-57 Heavy выдвинулся туда. Но фоч в другую сторону, так что все норм. Поехали. Парень, отдаться борту нам будет в разы приятнее. Тогда максимально налево уйти, потому что квадрат Е7 его
правый нижний угол. Там камушек хороший, там MX-12T с рожками. Че, из этого камня все видно или что? Нет, там кусты хуярные есть, из которых все видно. Но как видишь, если рядом с тобой близко проезжают люди, то тебя видят. Но это нужно иметь мозги, чтобы так сделать. Поверь мне. Блин, Т-52 вообще херенно засветил, чувак. Был бы я быдлом, я бы сказал, респект и уважуха, пацану. Ну это ладно. К счастью, я всего лишь обычный среднестатистический долбоёб. Так что мне не грозит такая печаль, беда, как быть пацаном крутым. Максимум пацан. Сейчас Т-62 получит. Получил только Т-62, ну ладно. О, ЕЛЦ МХ приехал, ну да. Сейчас я пойду спасу Арту. Которую однозначно нужно спасать, судя по всему, я это заметил. Вообще просто она без нас не справится. Чё-то как-то Т-62 мы напугали очень сильно. Ну прям в днище от меня вошло. Да и от меня тоже, кстати. Я ему там еще что-то сломал. Обожаю звоночек. Сейчас мне от Арты прилетит, смотри. Я просто жду даже этот трассер, знаешь, такой. Бам. Прям безысходно на него так смотришь, да? Безысходность. Как, знаешь, как он летит в нашего в союзного тапка, разворачивается и летит мне в борт. Помнишь нашу теорию о снарядах и тебе? Угу. Вот ты научился топиться, а вот этот скилл перешел от тебя ко мне. Наверное. Хотя не знаю. Чё-то как последние два боя у меня арта вообще не кидает. Что странно. Блин, вот там Т-30 стоит, 73 хп, ну ёлки-палки, а. Какого чёрта? Не, не попаду. Ты видишь, сколько у него хп? Потому что я её вижу. Хуеть, у тебя обзор. 500 метров, ёлки-палки. Enemy vehicle destroyed. Ну а чё она так, блядь, долго жила, вот в чём проблема. Вообще-то 500 метров видит нормально союзники, там 600, по-моему, максималка. Или чё-то такое. Надо брать. Берем. Надо медленно, наверное, ползти. Да меня уже 268 хочет. Да? Поэтому я думаю, что зря я выпас посредине поля. Да, только почему ты бортом к нему все еще едешь, а не перевернулся к нему молодым. Который, извините, даже лазерганом сложно пробивать иногда. Не получилось найти ему густую часть. Хэвик его разрядится. Ох! А я ползу. Я нанес 470 урона по Т-62 и 73 урона по Т-30. Я полезный. Ну вот так как ты ехать, да? Блять. Серьезно, а? Вот олень-то. Особенно вот этот горный не доставляет больше всего наш. 1057. Да стой ты. Нет, 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 не надо, 268. Не надо. Я пробьет, кстати. Я знаю. О. А я его не пробил, лол. Ну ладно, чё. Такие больные эти плюшки от ПТ-шек хай-левельных. Ну блин, пизду эти ПТ-шки хай-левельные. Так будто, блядь, не хватает 750 от других, а? Нет. Карта, иди к черту. Он умрет от Т-52. А я гордо развернусь задницей к тебе и не буду даже смотреть, как ты помрешь. Я знаю, что арта, ты меня не слышишь. Но где-то ты в глубине души знаешь, что ты зафейлил убийство.
Шпротины, сосиски. Нет, не хочу смотреть. Кажется, я краем глаза увидел. Привет. Окей. По-моему, она тебя хочет. Нет. Бам. Должно свистись все-таки. Катерпиллар мастер, блин. Знаешь, я такой уже по привычке назад сдал, да? Смотри, так над башкой просто. Минус 200 кредит. Я отлично отыграл. Вообще. Ну что, пойдем убогого покатаем еще немного. Кого? 120. О, блин. Ну, не знаю. Я думаю, еще пару боев с пачки. Либо этот бой с пачки. Ну как, этот бой, смотреть видео какие-нибудь из пачки. Не могу что-то уснуть нормально, не получив дозу какой-нибудь информации. Я обычно на ночь оставляю все-таки информативные видюшки себе. Не знаю, помогает. Че-че-че. Тонко намекнули мне, что надо ехать на пляж. Поэтому я не поеду туда. Я не поеду на пляж, черт на пляж. Мне надоело ездить на пляж. Я хочу, не знаю, я хочу... Крутить в городе. Я хочу крутить бешено карту над пигром, вернее, камеру. Камеру над пигром. Ра-да-да-да-да-да-да-да. А еще, наверное, не знаю, я либо поеду на гору, либо на другую гору, но я не хочу тратить в кустах. Либо в город, но в городе я что-то как-то не знаю. В городе я скажу, что я очень плохо воюю. А еще я хочу в таране с АВТ-3485. На! Получи, зараза. Гадкий утенок покатился. Скажи кря-кря. Кря-кря. Что-то, по-моему, зря я туда еду, но похуй. Да, мы все зря туда едем, поверь. МХ-12Т упал с гуслями сорванными. Вау. Судя по всему. Потолкни меня, а. Nope. Или сам медленно едешь. Не, ну я-то нормально еду. Блин, надо тебе К-21 достать. Я бы на своем чафике с тобой поигрался. Не хочу на Т-21 играть, если честно. А чё так? Да ну, боги. Ну это что 20. Это 21. Да, только быстрее, вельтрявее, выше. И выше. Не знаю. Какую еще аналогию привести. А еще он чафик. Что так далеко высунулся? Все, никого нет спереди. Вообще никого, они все в городе тупят. Он Су-8 уже спалился. А как же ИС Су-152, Т-21, Су-100 и Т-3485, которые еще не засветились? Но они явно не там. Вот ИС там. Я думаю, ИСушка недалеко. Блин, Т-43 на ГАИ, вот это печально. Угу. Надо бы ее как-нибудь избавить от ее положения. Я не сложусь до конца. Я плохой парень. Блин, надо 10 назад ехать. Хотя нет, вроде справиться. Вот и сушка. Что-то мне кажется, что наши немножко не справятся. Что-то мне тоже так кажется уже. Да ёлки-палки, Т-43, какого черта, иди от меня нафиг. На. Куда он меня пробил второй? Понятно, я сделал ошибку. Ну, хоть что-то. Он сделал большую ошибку, нет? Я сделал большую ошибку, да. Ну, блин.
поделаешь, блин. Союзная линия, они чаще всего требуют радикальных мер. А вот если бы ты помог мне как-нибудь с проблемой ИСа, это было бы замечательно. Потому что этот тушлепок очень сильно хочет меня, по-моему. ИС? Да, да. Потом, кто мне по 300 в ябовые? Кстати, ИС-2 им сейчас займется. Ну, замечательно, но в текущий момент ИС все еще хочет меня. Ну, он уже хочет ИСа-2. Да, отлично, тогда, значит, меня хочет вот этот Т-44, скорее всего. Либо она поехала на защиту базы, но сейчас она меня увидит. Как, собственно, и я ее. Конечно, я нахватался просто вообще по своей тупости, как олень грёбаный. Какое замечательное завершение, знаешь, прогулки. Лол-лол. Вот это. Я отдался Т-69. Заметно. Да мы победили захватом, лол-лол. Ну да, я задержал еще 69-ку на пути. Тип 59 и 44 наших не смогли пробивать. Да. Кто там захватывал, что знает. Я 800 опыта, охуеть. Ай, ТХ-2. Я ж думал, за что мне такое счастье? 746. Я более бесполезен. Ладно. Мало поиграли как-то вообще. Ни о чем. Да. Даже не почувствовалось. Не почувствовал, сколько? 7 боев, ну да. Кстати, лишь один пройдет из этого всего, так что норм. Играли нам, что тут. Норм. Ладно, я думаю, давай. Давай, спокойной ночи.